Сергей Кожугетович, я знаю, что Министерство обороны Российской Федерации отслеживает ситуацию на зоні конфлікту. Пожалуйста, ваші оцінки. Ну, по-перше, слава Україні, з вашого дозволу українською, з галицьким акцентом. Хочу сказати, що ми всі обісрали, так як ніколи. Цигани п'їздять танки, місні тракторами крадуть БТРи, вовчера зберегли два БТРа, одну зенітку. Українська армія з наших солдатів вже називає їх бомжами. Жарти нема що. Тому в військовому плані ми в повній сраці. Хотів би я почути інші точки зору інших членів РНБО. Спасибо. Так, обращаюсь ко всем присутствующим. Есть ли какие-то другие точки зрения или какое-то особое мнение по тому вопросу, который поставлен? Владимир Владимирович, хотел бы настоятельно попросить Запад и последний раз предупредить Киев, чтобы они перестали называть вас хуйлом. Или в противном случае мы будем вынуждены обидеться. Значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Ну да, они перестают обзываться, а мы взамен проводим демилитаризацию, дерашификацию и так далее. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Ну, я бы все-таки советовал задуматься над этим и не шутить с украинцами, а принять или подать по просьбу о какой более мягкой кличке, там, к примеру, Мурло. Я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня.